Интерактивный пупсик. Да. У этого пупсика идет еще набор доктора. Да. И этот пупсик умеет делать 16 звуков, да? Да. Вот не знаю. Ой, кашляет. Ой, кашляет. Будем лечить? Да, да. Будем лечить. Дай нам посмотреть коробочку. Да, чтобы лечить, нужно открыть. Ребята, мы этого пупсика купили в Испании и привезли сюда. Вот такой пупсик. Ну что, Настюшка, давай открывать. Я открываю. Вау. Очень интересно. О, ручка. Вау. Вот и пупсик. Угу. И инструкция. Инструкция. О, она идет на батарейках. Сколько здесь? 3 батарейки надо? Она уже работает. Она у нас уже с батарейками, да? Давай я тебе помогу. А, ты уже сама открываешь, да? И ручки. Ручка, моя ручка, моя ручка. Вот так, наверное, можно переодевать. А, так у меня такой пупсик вот уже. Где-то его есть. Ой, какая малышка, смотри. Также здесь есть набор доктора из 5 инструментов. Ну давай, доставай, а мы посмотрим пупсика. Да. Ой, смотри, какой пупсик. В шапке. Шапка снимается? Смотри, какой маленький, с волосиками. Это девочка или мальчик? Девочка, она же в розовой одежке. Так, оденем тебе шапочку. Ой, смотри, какая голубоглазая красотка. Га-га-га. Она у нас умеет разговаривать. Бутылочка для малышки. Так, костюмчик, что у нас здесь? Ага, вот такой. Съемный, наверное. Да, съемный костюмчик можно по. Ну что, давай теперь понажимаем, что она у нас умеет делать, Настюшка? Да. Нажимаем на пузико. Папа. Папа. Мама. Мама. Ой, всех зацелую. Кто поставит мне лайк, всем чмочки-чмочки. Ой, какие у нее глаза красивые. Мама, не Это что она делает? Чмокает. И кает! И кает! Ой, хватит спадки! Чихает! Это что, она ест? Чавкает? Кашляет, кашляет. А вот и все звуки. А вот так выглядит наша маленькая ножка. Ручки. Какие маленькие ручки. Ку-ку-ку. Ставьте вот такой большой лайк. Вот, вот такой. Ну что, Настюшка, ты все достала? Так, вот такой у нас фонендоскоп. Он без звука, без ничего. Одевайте, доктор. Послушаем нашу малышку. А у этого можно покомментировать, но девочка есть. Ну, доктор, давайте. Ой, ей смешно. Ой, кто-то палит животик, доктор, наверное. Вот такой идет градусник. Да, и бутылочка для кормления. Бутылочка для кормления. Ну, да. Давай меряем температуру. Может, в ушко? Да. Ого, у нее высокая температура? Да! О, что делать, доктор? Не знаю.
надо ее покормить, водички дать. Вот и все, наш малыш здоровый. Все, она будет спать. Ваш малыш здоров. Просто давайте больше водички. Игрушку заснелась. О, какой тикий! Ух ты! Вот, спасибо, доктор! Всем привет! Если тебе понравилось это видео, поставь лайк! Вот так! Спасибо, доктор! Пожалуйста, вам большое! Ставь!